поселке Языково Ульяновской области горит, ну, почти уже сгорел к херам хлебозавод. Но самое интересное, говорят, вот молния, замыкание и так далее. Вот, хлебозавод подожгли с двух сторон. Не с одной уже, а сразу с двух. Ну, чтобы труднее было тушить, как вы понимаете. И поэтому на видео, на фотографиях очень четко это видно, что одна сторона горит и другая. Между ними там огромное расстояние. Да, значит, Ленинградская область, операция «Примус», подожгли опилки, пиломатериалы, щепки и так далее. Да так разгорелось, что полгектара уже горит. Путинский вертолет прислали, тушат, но ничего не получается. Так что, в общем-то, все нормально. Поселок, сейчас я, как он называется, чтобы увековечить. Вилози поселок называется. На заводе «Русала» в Михайловке крупный пожар. Это уральская фольга, и вы помните, это уже третий по счету на уральской фольге, или даже четвертый, ну, погуглите, я уже со счета сбился. То есть в Свердловской области, в Михайловке, постоянно горит вот это предприятие «Русала». И я думаю, если там люди, которые этим всем управляют, получают от этого деньги, не сделают правильные выводы, то оно сгорит совсем. У меня такое ощущение, если честно. И никто не спасет, никакие ФСБшники, никакая охрана. Станция Терентьевская Кемеровской области. При маневровых работах сошли с рельс вагоны грузового поезда. Станция Маринск Кемеровской области, слетели тоже вагоны с железной рудой. Да, видите, как-то странно. Там Кемеровской области недалеко от станции находится. Бывает же такое совпадение. Деревня Захарова Владимирской области, сгорел склад с поддонами, как я понимаю. Да? Ну, надо больше информации. В Угличе задержали россиянку, собиравшей данные для украинских спецслужб. Ну, я думаю, что ее протроллили российские спецслужбы и задержали. Это сейчас самый обычный вариант задержания. То есть через интернет связываются, рассказывают, что они украинские спецслужбы, входят в доверие и прочее, прочее, прочее. Так что не ведитесь на это. Не ведитесь. Вот интереснейшая новость. Дрон заметили над зеленоградской деревней Малина. И что сделали? Вызвали полицию. Вот так и надо поступать, вызывать полицию по любому поводу. Там дрон летит, бегите скорее с очками и ловите дрон. То есть, чтобы достать всех. Вообще, это самое, самое лучшее сообщение, которое только можно сделать. Проверить это вообще невозможно. Был там дрон, не был. Вячеслав, добрый вечер. Вырви глаз в СПБ Псковской области. В процессе. Камер настрелял много. Есть пруфы. В гробую спасибо. Но если не опасно, да, то можно переслать Мальцевскому. Я покажу. Но только так, чтобы там все было защищено, чтобы там не было видно никаких геопозиций и прочее, прочее, как вы сами понимаете. То есть, ну, я попрошу Сергея, чтобы он все там поковырял, чтобы не подставить никого. Ну, вы и сами посмотрите. Герасим Вячеслав Вячеславович, вклад в дело. Вопрос, не хочется пострадать от рук соратника, когда все начнется. Нет, ни в коем случае. Вы продолжаете там действовать, связывайтесь. И нет, ни в коем случае не надо никуда увольняться. Связывайтесь с Мальцевским и будем с вами взаимодействовать. Я думаю, что мы очень интересные комбинации создадим. Вы нам там нужны в качестве организующего звена. И многих соратников мы на вас еще закрепим, так скажем. Потому что это очень важно. Такие люди очень нужны. Еще раз подчеркиваю, те люди, которые находятся в государственных органах, там, в режимных предприятиях, там, в различных охранах, в различных полицейских структурах, связывайтесь, будем взаимодействовать, это очень важно.